Даже самое маленькое хобби может перерасти во что-то большое, в неком роде даже в смысл твоей жизни. Ты просто развиваешь свой навык, и в какой-то момент ты понимаешь, что именно этому делу ты готов посвятить всю жизнь. Меня зовут Ирена, я фитнес-тренер по групповым тренировкам, и уже более 10 лет не ем сладкое, столько же, сколько я и занимаюсь спортом. Очень люблю бег. Тренер – это не просто профессия, это нечто большее. Я очень люблю свою работу. Ребята сегодня выложились по полной, и это так приятно видеть.